Состояние влюбленности – прекрасное чувство. Чтобы продлить его, мужчина хочет остаться с женщиной надолго, желательно навсегда. Для этого делают предложение, а чтобы показать глубину своих чувств, дарят кольцо. Это кольцо должно быть хорошее. Оно важно для женщины. Женщина ждет его, она о нем мечтает. Потом будут другие траты – жилье, свадьба, дети. Черед нового кольца придет не сразу. Что говорить и как смотреть на женщину, подскажет сердце. А я советую романтичный вариант самого предложения. Кольца с маломальски приличными бриллиантами в России, на Украине, в Беларуси чудовищно дороги. Примерно в 2 раза дороже, чем в Антверпене. Почему, объясняю в других видео. Смотрите там. Предположим, ваш бюджет 300 тысяч рублей, примерно 5 тысяч евро. Не приглашайте вашу любимую в дорогой ресторан. Не кладите кольцо в бокал шампанского. Она столько раз видела это в кино. Это женщина, она мечтает. Она ждет чуда. Пригласите ее в короткое путешествие. Не в Египет, не в Турцию, в Европу. Ваша любимая будет восхищаться вами. Она будет вами хвастаться. Женщина должна гордиться мужчиной. Она не хочет быть сама. Она принимает приглашение быть замужем. Дайте ей это чувство, и оно вернется вам сторицей. За бриллиантами в Антверпен приезжают по железной дороге. Судите сами. От аэропорта или города Брюсселя 30-40 минут, от Парижа 1,5 часа. Вокзал построили в том месте, где евреи хранили и продавали бриллианты. Покупатель приезжает на поезде, теряется в толпе, покупает то, что ему надо, и также незаметно уезжает. Остановить и разграбить поезд гораздо сложнее, чем проследить за машиной и остановить ее. Поэтому бриллианты продают не только рядом с вокзалом, но и ужас на самом вокзале, и они настоящие. Напоминаю, бюджет 5000 евро. 3000 евро – кольцо в Антверпене. Лучше того, что за 5000 купите в России. Бриллианты в России самые дорогие в мире. У вас остается 2000 евро. Как их потратить? 400-500 – перелет на двоих в Бельгию и обратно. 500 евро – 2 ночи в лучшем отеле Брюгге, бывшем дворце бургундских герцогов. Сюжеты 2 книг, которые вы все читали, «Золотой теленок» и «Волшебник изумрудного города», связаны с этим дворцом. Здесь вы будете жить. 200 евро – 2 ужина в ресторанах Брюгге 16-18 веков. Например, в тех, что были показаны в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Остается 800 евро на шоколад, кружева, обеды и маленькие радости жизни. Вспомните «Алые паруса». Женщина ждет сказку. Неужели вам не хочется сделать предложение на таком мостике? Здесь делают предложение. Любовь бывает разная. Итог. Гарантированное согласие на предложение руки и сердца. И память на всю жизнь. Для обоих. Я вас убедил? Напишите, обсудим детали.